Правительство Грузии уже приняло решение, на Олимпиаду в Сочи пойдут только спортсмены. Туда не поедет ни один представитель правительства Грузии, только спортсмены и представители Олимпийского комитета. Мы готовы к сотрудничеству по вопросам безопасности во время игр. Вопросы безопасности очень важны, мы обязаны сотрудничать со всеми странами по этому вопросу, в том числе с Россией. Если во время Олимпийских игр Грузия сможет внести свой вклад в обеспечение усиления безопасности, мы будем только рады. После Олимпиады в Сочи я не жду серьезных изменений в грузино-российских отношениях. Ни улучшения, ни ухудшения. Грузинская сторона уже многое сделала для нормализации отношений с Россией, и новое руководство страны не предпринимало никаких провокационных действий.